Всем привет, с вами Фрин, и я продолжаю играть в игру под названием Майнкрафт. И я продолжаю выживать в зомби-апокалипсисе. И мы остановились на том, что я застрял в этом автобусе. И на меня там зомби напали. Нет, пока что никого нет. И в этой серии я обещал, что пойду вон в тот дом вдалеке, в лесу где-то. Пошли вон. Так. Чё у нас есть? Ты чё охренел? О, блин! Уйди! Уйди! Текс, минус один. Минус. Текс. А я! Больно! Больно! Не, ну нафиг. Я пошел лучше. Все. Господи, я чуть не обосрался. Фух, ладно. Текст. Ну ладно. Дратути. Чё у вас здесь так много-то? Они подо мной. У одного меч. И что мне делать? Эх, ладно. Беги! Лучше бежать, пока не поздно. Беги, сука, беги! Отстань. Только отреагировал на меня. Так, ладно, сегодня... Вот там вот уже впереди немного видно этот дом. Потом туда свернем. Мне тут правила показывают игры. Ну, ладно. Это заправка? Я думала, это какой-то домик. Тут есть что-то. Но... Мне пока что некогда. А? Пошли вон. На! А тут тихо! Тихо! Пошли вон! А? Блин. Да что ж вас тут так много? Тихо. Я сейчас пока что поставлю на паузу. А-а-а! Не, ну нафиг. Нафиг. Дерево почему-то упало. Вот тот домик хотя бы зайти. Побыстрее. И зайди, нечисть. Тут один зомби. Ладно. Вас тут два! Так, факела. Нету факелов! Я сейчас помру с голоду. Так, с хлеб. Быстрее. Ешь. Фух, офигеть. Перетекс сделаю так и верстак и хлеб. Текс. А. И хлеб. Здесь у нас что? Факела. Фух. Слава небесам, факела появились. Ну хотя бы нормально и так. Кусочки золота. Они мне не нужны. И... Не, я знаю, это стрёмная музыка. А, вот кровать у меня. Точно. Сейчас посплю нормально. Здрасте. Здрасте. Да. Здрасте.
Офигеть, вас здесь. Всех разом. Тихо. Отойдите. Было бы стрёмно, если бы они бы могли бы в окна влезать. Некоторые там уже помирают. Текс. Да что ж их тут так много? Короче, я включу, когда их будет поменьше. И остался один. Откуда ты пришел? Так, все. Их больше нету. Но все равно. Бежали дальше. Эй, а куда бежать? Давайте вперед. Это что еще? Нормально. И факелов нету. А, нет, есть. И алмазик. И арбузики. Ладно. Так, сейчас освечу тоже. Вот. Так, 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 так. Нормально. Красная кровать. Короче, я включу, когда уже утро будет. Да. А, не так клавиш. Текс, я пока что тут изучал карту. Уже утро наступило. Текс. Вот так. И... Так, все. Умер. Сундучок. Еще. Факел. Сахар зачем-то. Ну, костная мука, не знаю, пригодится. Лошадь? Две лошади? Три? Четыре лошади? Офигеть. Лошадка, пропусти-ка. Мне тут нужно. Так, спасибо. Спасибо. Текс. Хлеб пригодится. Привет, привет, лошадка. Я в шоке, что здесь лошади еще остались. Ну, хотя это карта, тут все может быть. Текс, собираемся. Она пошла вон. О, тут еще сундук. Текс, отойди. О. О, тут можно эту лошадь водить. За место чего бы ее? Да, давайте за место этого. И так вот. Ну, хотя компас еще можно. Все нормально. Так, все. Я скоро приду. Так, здесь у нас что? Нет. Я знаю, как делать. Где выход? Потерялся? Нет. Не потерялся. Так, что у нас тут? Куда дальше идти? Давайте продолжим туда идти. Почему бы и нет? Так, поесть нужно немного. На лошади бы быстрее было бы. Хотя кто его знает, лошади некоторые медленные. Угу. Футбольные? А, нет, водные. Так, что это у нас? Типа тут какие-то праздники проводятся. Напишите, что это такое. Я что-то не понял. Я что-то не понимаю. Текс. Нормально. Это что? Ладно, пойду. Что там в сундуке? Кстати, насчет поля. Вчера наши выиграли 3-1, так что ура. Текс. Рыба.
Отравление мне обязательно пригодится. Конечно же, лучше, чем хлеб. Ой, разбилось. Вот это вот обязательно нужно пригодиться, чтобы еду ловить. Так, плыви, плыви, плыви. Так, здесь у нас чё? Там уже пусто. Ясно. Я пока что тут поищу, что есть. Так, тут, да. Пока что ничего нету. Постоянно придется стекло уже ломать. Оп, 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 эть. Ну ладно, так, там уже некогда уже идти. Опа, сундук. Эть. Кожа? 8. Не знаю, пригодится или нет. Ну ладно, молоко здесь оставлю. А чё там я не проверил? Я пока что опять поставлю на паузу. А, тебе стоп. Нет, не буду ставить. Да чё ж... Ладно. Тут путь. Лагерь? Это палатки какие-то. Как я вижу, здесь давно никого нету. О, сила! Вместо кровати пусть. Здесь 5 зерна. Ладно. И где бы мне переночевать бы? Тропинка какая-то. Чё за парк? Знаю. Домик какой-то. Там еще один. Я пока что в этом посмотрю. Ясно. Так. Ну, возьму, чтобы писать. Не знаю, что. Бирка. Тоже возьму. Вместо этого. Золотая морковка. Сойдет. Текс. Ладно, а в том чё? Текс, бежим, бежим. И... Ага. Золотая конская броня. Ну, пригодится, если я на лошади буду кататься. Всю броню нафиг потратил. Железная. Вы как думаете, какая лучше, золотая или железная? Не. Золотая лучше. Она покрасивее. Так, ладно, идем дальше. И здесь уже нет ни конец тропы. Так. Это тоже ведет к лагерю, к маленькому лагерю. Нет. В этой серии я только хожу, 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 хожу везде и хожу. Стоп. Я же оттуда пришел. Да, я оттуда пришел. Странный какой-то я. Ну ладно, так, я тут не проверю. Так, вот тропинка. И вот еще. И куда идем? Да что это за дым? Пар, дым. Не знаю, как назвать-то. Так.
Лагает. Ага. Очень хороший путь, он мне очень пригодился, да. Это что еще? Тот же бассейн? Такс. Опа, спасибо, шерсть. А, да. Прорисовка плохая просто. Подумал, что... Как какое-то озеро. Ну ладно, я тут уже побродил, и все. Там нету ничего, там тоже. Можно лошадь взять. У меня, хотя есть, ничего нету. Да, нету ничего есть. Ну, все равно возьму с собой. Такс, иди, иди, иди. Такс, какую бы мне взять? Такс. Давай я тебя возьму. Можно на тебе покататься? Такс, погоди-ка. Чем тебя приручить бы? Может, тебя вот этим? Можно теперь на тебе кататься? Нет. Это скотина. Может, картошку будешь? Она ест или нет? Ну ладно, я съем. Текс. Будешь катать меня? Нет? Мотает головой, значит нет. Может, печеньем? Нет. Но все равно ты пойдешь со мной. Такс. Пошли со мной. Быстрее побежали, пока не стемнело. Не знаю, куда бежать-то. Стоп. Я еще вон туда вот не сходил. Такс. Бежит за мной, значит хорошо. Я вот от заправки только сюда пошел, а вот туда еще не шел. Там еще путь какой-то. Ага, вот и джекпот сорвался. Так, стой! Прости, лошадка! Лошадка, бежим! Нафиг, посмотрю, что там. Это что? Тоже город, что ли? Такс. Лошадка, я быстро посмотрю, что здесь. Опять еда. Ладно, побежали. Бегу, бегу, бегу. Беги! Это чё? Это... спасательное, что ли? Погоди... Погоди здесь! Стой! Отойди. Это чё ещё такое? Население? Офигеть! Ничего себе! Ковёр почему-то здесь. Фонтан. Лавки. Офигеть! Офигеть, здесь урожай! Такс, посмотрю, что в этих домах. Такс, здесь. Ну, в следующей серии тут ты все возьму. Офигеть. Осыпь меня алмазом. Да. Офигеть.
Ладно, тут все дома в следующей серии проверю. Ладно, в следующей серии проверю. Я пока что буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Ну ладно, всем пока.